Владимира Привалова называют самарским гуру фотографии. Его домашний фотоархив насчитывает более 50 тысяч напечатанных снимков. В работах много жизни, делится впечатлениями о фотографиях посетители выставки. Каждая фотография позволяет прочувствовать атмосферу той секунды, когда прозвучал щелчок затвора. Он так тщательно выбирает это мгновение, с таким тщанием потом печатает эти фотографии, что его можно, что фото можно бесконечно рассматривать. На выставке представлены работы, снятые Приваловым в последние 25 лет. Название выставки «По волнам моей памяти» придумала супруга, рассказывает Владимир Дмитриевич. За каждой фотографией – история из жизни. С теплотой фотохудожник вспоминает путешествие по Норвегии. Рассказывает, ездили туда с супругой на машине, не раз останавливались в палатке на берегу фьорда. Один из таких вечеров у залива попал в объектив. Вечерний фьорд, вечерний свет – неожиданно подходит стадо оленей. И очень красивая фотография, когда приятный свет, вот эти олешки, силуэты оленей и настроение такое северное, чистое. На фотографиях Владимира Привалова можно узнать пейзажи Архангельской области, Мурманска, Башкирии, Пермского края, Самарской области. Выставка «По волнам моей памяти» продлится в Доме журналиста до середины июня. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.